я тебе носочки вяжу. Правда, у тебя хорошая девушка? Ты в банк ездила? Нет еще. Поехали сейчас. Ты же еще не кушал. А что у нас покушать? Я сосиски в тесте купила. Можно подогреть. Можно после банка в кафе перекусить. Я на мультик еще скачала. То есть ты не хочешь ехать? Ну, надо. Не хочешь? Надо, но мне стрёмно. Почему? Эти козлопаны же по-любому будут доказывать, что мы лохи. И нам по-любому все равно придется платить. Так попробовать-то стоит? Наверное. Я, кстати, такую машинку симпатичную присмотрела. Не, ну раз ты говорил, что кредит за полгода закроем, то и машинку за полгода купить можно. Так мы едем или не едем? Сейчас только документы найду. А то потом будешь говорить, я тебя звал, бла-бла-бла, и в кафе давно не ходили. Конечно, домашняя еда – это хорошо, но нужно же себя иногда баловать. Чего не одеваешься? Как думаешь, зеленую рубашку или белую футболку надеть? Артем садится за компьютер. С одной стороны, мы должны показать, что мы приличные люди. Надо выглядеть солидно. Надену рубашку, а сверху пиджачок. Нет, это слишком. Хотя, вроде хорошо смотрится. Но ты чего не одеваешься? Еще мусор надо вынести. Я и не раздевался. Ты готова? Ага. Пошли. Пошли. Просила же мусор вынести. Уходят. Сцена четвертая. Маша вернулась одна. Входит, садится за компьютер. Встает, ходит по комнате, слушает музыку, подпевает песни, плачет. Подходит к зеркалу и начинает себя разглядывать.